Всем привет! Сегодня хочу показать, как я готовлю глазурь для кулича. Чтобы белки взбились легко и быстро, я использую маленькие хитрости, которыми и поделюсь в своем видео. Приятного просмотра! Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Займемся яйцами. Отделяем белки от желтков. Аккуратно, чтобы ни капельки желтка не попало в белок. Желтки нам не понадобятся. Будем использовать только белок. Чтобы белки лучше взбились в пену, сначала надо подготовить посуду. Во-первых, она должна быть холодная. Я ее поставила в холодильник перед этим. А теперь выдавливаем немножко лимонного сока и протрем этим соком венчик. Также емкость, в которой будем взбивать. Берем яичные белки и переливаем в посуду, в которой будем взбивать. Белки должны, так же как и посуда, быть обязательно холодными. Добавляем чайную ложечку свежевыжатого лимонного сока. И начинаем взбивать на самой маленькой скорости. Постепенно скорость увеличим и взбиваем до пены. Вот такая пышная пена у нас получилась. Теперь берем и понемножку подсыпаем сахарную пудру. И также взбиваем сначала на маленькой скорости, а потом скорость увеличиваем. Также добавляем ванилин на кончике ножа. И продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Ну вот уже наша глазурь готова. Обращаю ваше внимание, что чтобы лучше белки взбились, они должны быть холодными. Посуда и венчик тоже должны быть холодными. И протереть венчик и посуду лимонным соком. Вот и все. Белковая глазурь для кулича готова. Пусть вам в жизни будет сладко. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.